Графская усадьба Шереметьевых в Кусково оживилась незадолго до летнего отдыха господ. Вот уже несколько дней с утра до вечера расторопные слуги наводили там порядок, мели дворы, покои, вытряхивали перины, набивали перьями подушки. Кутерьма эта не прекратилась даже когда приехал хозяин, граф Петр Борисович. Первым делом он отменил репетиции своего деревенского театра, а актеров приобщил к работе по хозяйству. Те же сгорали от любопытства. Неужто молодой граф Николай Петрович невесту привезет из-за границы? «А то как же», — отвечал всезнающий дворецкий. «Вон о крепостных сколько. Одному не сосчитать, а двоим им, значит, проще будет». Однако молодой барин Николай Петрович Шереметьев возвращался из заграничной учебы один. Да и был он совершенно не в духе. Менять Европу на Кусково ему совершенно не хотелось, равно как и заведовать в качестве наследника крепостным театром отца. Но стоило графу въехать в ворота имения, как судьба его круто изменилась. Он услышал пение, которое буквально заворожило его. Молодому человеку стоило лишь взглянуть на обладательницу сказочного голоса, чтобы полюбить ее навсегда. Если бы ангел сошел с небес, если бы гром и молния ударили разом, я был бы менее поражен, напишет он позже в своих мемуарах. В семье крепостного кузнеца Ковалева очень почитали Юрия в день, когда весна окончательно побеждала зиму. На Юрия полагалось впервые выгонять скотину после холодов, а также приносить домой утреннюю росу. Маленькая Паша в этот день всегда просыпалась пораньше, чтобы первой выйти в поле. За ворота она шла с песней, ее заливистый голос долго слышался в окрестностях деревни. Как-то девочка ушла в поле и не вернулась. А спустя некоторое время убитой горем матери донесли, что Параша жива и отныне живет в барском доме. Услышавший пение девочки граф Петр Борисович Шереметьев решил взять ее в свой театр и обучить искусствам. Мать затужила еще больше. Актерство считалось грехом, да и лицедеев хоронили как самоубийц за оградой кладбища. Но со временем она успокоилась, жива и слава Богу, да и одним ртом в семье стало меньше. А что же Паша? Вначале убегала из театра, подобно дикому зверьку. Среди челяди она не встречала сочувствия. Небывалое ее везение вызывало только зависть. Со временем певунья освоилась, но все еще продолжала грустить по дому, особенно в ту пору, когда приходил Юрий в день. Граф в это время всегда устраивал торжество, на которое приглашал много гостей. Для них в парке устраивали праздник, где пели и танцевали крепостные. Среди актеров выделялась тоненькая, будто тростинка девочка. В ее больших темных глазах, казалось, сосредоточилась вся земная печаль. А уж когда начинала петь, то умолкали птицы. «Вот он, бриллиант, который озарит театр славой», — думал граф. В афишах он решил записать Прасковью Ковалеву под фамилией Жемчугова. Дебют ее в опере «Гретри. Опыт дружбы» вызвал шквал аплодисментов. Последующие роли принесли театру Шереметьево широкую известность. На представление стекался весь цвет московской публики. Чудный голос юной певицы, лирическая сопрано, приводил в восхищение многих знатоков оперного пения. Особое развитие театр получил, когда управлением занялся сын графа, Николай Петрович. Он выписал из Парижа специальные театральные машины, которые позволяли бесшумно производить различные перемены на сцене, а ширина ее достигала 24 метров. К
Кусковский театр отныне выглядел даже лучше, чем придворная сцена Эрмитажа. На открытие обновленного театра изволила приехать Екатерина II. Главное впечатление она получила не столько от самого театра, сколько от игры Прасковьи Жемчуговой. Вдохновенность и страстность актрисы настолько ошеломили императрицу, что она подарила Прасковье перстень с бриллиантом. Но актриса была равнодушна к своему успеху. Она выходила на сцену только ради человека, которого очень любила. Каждое ее сценическое слово пылало страстью. Каждая роль была искренним признанием. Несчастная крепостная полюбила молодого графа. Она пыталась скрывать свои чувства. А вот Шереметьев, который также увлекся ею, напротив, этого не делал. Он души не чаял в прекрасной певице, не отходил от нее ни на шаг, присутствовал на каждой репетиции, лично подбирал роли. Но Жемчугова, будучи возлюбленной чуть ли не самого богатого российского дворянина, не чувствовала себя счастливой. Она не видела будущего в этих отношениях. Девушка понимала, что никакого чуда для нее, одной из 200 000 крепостных графа, не произойдет. Заглушить страдания помогал только театр. Актриса самозабвенно отдавалась работе. Прежде чем исполнить какую-либо партию, Прасковья Ивановна долго экспериментировала. Она старалась убирать из трактовок формальности и предлагала свои варианты текста. Лучше всего ей удавались трагедийные роли. Так она создала неповторимый образ Элианы из оперы Гретри «Сомницкие браки». Судьба юной героини была близка Прасковье. Сомнитянка полюбила храброго воина Парменона, но надежды на брак у влюбленных не было. По суровому закону молодым людям подбирали женихов и невест старейшины. Паша Ковалева, играя Элиану, утверждала превосходство добродетели над знатностью. Благодаря Прасковье эта опера не сходила с театральных подмостков 12 лет. Игра актрисы вызывала слезы у Екатерины II, а Павел I настолько был впечатлен страданиями героини, что задумался в итоге об ограничении прав дворянства на крепостных крестьян. Польский король Станислав Понятковский, пораженный игрой Прасковьи, предлагал ей покровительство и защиту. Но для Жемчуговой существовал только один мужчина. Ради него она стойко переносила пересуды родных и близких графа. Но когда Шереметьев объявил им, что ни на ком, кроме Прасковьи, не женится, решила расстаться с ним. Разлука не повлияла на решение влюбленного. Шереметьев упорно отвергал самых родовитых московских невест. Он перестал появляться в свете, ударился в пьянство и вскоре забросил театр. Актеры понимали, что спасти их судьбу может только один человек – Прасковья. Они забыли о своей зависти к ней и просили повлиять на графа. Тот, будучи одержим любовным недугом, согласился на все ее условия. В итоге театр ожил и переехал из Кускова в Останкино, где влюбленные, наконец, зажили вместе. Паша чувствовал себя здесь полноправной хозяйкой. Благодарные актеры отныне относились к ней с уважением. Граф построил в Останкино новый театр, где вскоре с большим успехом солировала в опере «Взятие Измаила» несравненная Прасковья Жемчугова. «Все в свете позабыть хочу я для тебя». Различность веры нет, и то не помешает. Что Бог один у всех, то разум мне вещает. Любовник, друг и муж, и просветлитель мой, жизнь новую приму, соединясь с тобой. Актриса и далее неустанно отдавалась работе. Как-то на очередной репетиции она зашлась кашлем, а через некоторое время врачи диагностировали страшную болезнь – туберкулез. Прасковья стойко сопротивлялась недугу. Когда же не смогла петь,
поняла, что умирает. Никто ей и ничто не могло помочь. Ни деньги графа, ни его положение. Свобода, которую она воспевала, так и осталась для нее недосягаемой, как, впрочем, и брак с любимым человеком. Но вдруг больной приносит письмо. В нем были бумаги, подписанные Александром I. О чудо! Император, будучи просвещенным монархом, дал согласие на брак крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой и графа Николая Петровича Шереметьева. Согласно документам, Паша и вся ее семья получали вольную. В 1801 году Шереметьев и Жемчугова обвенчались. Их семейное счастье продлилось всего 3 года. Прасковья умерла, оставив графу 3-недельного сына Дмитрия. На похороны актрисы никто из знати не явился, хотя приглашения были разосланы всем. Граф Шереметьев не смог смириться со смертью супруги и вскоре тоже умер. После кончины Николая Петровича знаменитый Шереметьевский театр перестал существовать. Актерам были подысканы должности в барском доме. Воспитанием маленького Дмитрия занялась вдовствующая императрица Мария Федоровна. С исчезновением театра знаменитый род, казалось, утратил былую славу. Но через несколько лет имя графини Шереметьевой Жемчуговой опять появилось у всех на устах. В Москве на Сухаревой площади открылся странноприимный дом, названный именем Прасковьи. Там был организован приют для бедных. Учредил его в память о супруге еще при своей жизни сам Николай Петрович Шереметьев. А вот попечительствовать взялся 17-летний граф Дмитрий. Во времена его деятельности сложилась поговорка «жить за шереметьевский счет». Граф жертвовал огромные суммы на благотворительность. Он смотрел на мир глазами матери, бывшей крепостной. Дмитрий Николаевич сторонился светской жизни, видимо, не простив высшему свету забвение матери. Но ее помнили в Кусково. А вскоре там негласно стали чтить новую традицию. На Юрьев день первой в поле посылали маленькую пивунью. Она, как некогда Параша Ковалева, собирала утреннюю росу и несла домой, чтобы целебную воду испило все семейство. По дороге девочка громко пела песни любви, в которых рассказывалось о встрече Параши и Николая Петровича. Так Кусково возродила былую славу Шереметьевых. А дочери кузнеца, которую искренне полюбил барин, стали складывать легенды. Их сюжеты вскоре нашли отражение в спектаклях на сцене. Трагическая история, где переплелись искусство и любовь, собирала аншлаги. Аналогичный успех имела некогда сама Жемчугова, когда создавала образ влюбленной Элианы. Такой и запомнили Прасковью ценители ее таланта, прекрасной, воинствующей сомнитянкой. «Разите, боги мя, боязни в сердце нет, ударов ваших ожидаю, пойду к нему, презря все тучи бед».